Добрый день, Церковь Божья. Хочу сегодня поприветствовать вас. Добрый день, на церкву Таїском. Дові приветствам днеска. И хочу сегодня засвидетельствовать и поблагодарить прежде всего Бога и каждого, кто молился за мою дочку, и засвидетельствовать. Искам дови свидетельствам и да каже благодаря на всички, които се молиха за моята дъщеря. И свидетельствовать о Божьей славе, Божьей любви и верности. Моя дочка Ева, она очень... Да свидетельствовать за Божьей славу. И моя дочеря Ева. Она очень любит кошечек. И вот она пострадала, скажем так, от своей и, любви. Но, тебя много обича котки, и за това пострада от любовь тоси к котките. И... Да-да-да, вот, и она просто играла с кошкой, и кошка поцарапала ей глаз. Тя играешь с коткой, и котка-то и удраскал коту. И была очень страшная картинка, и мы когда пошли к врачу... И готовы идти мы при лекаря. Да-да-да, ее положили на операционный стол и зашили ей глаз, наложили 6 швов. И защиха у коту ей, сложиха 6 шева. Вот. И сказали, что рана очень, ну вот еще бы немножко, и была бы катастрофа. И те казаха, че тази рана е много опасна, и още малко требаше да стане катастрофа. Да. Но обязательно эту рану надо зашить, потому что она имеет такой формы и в таком месте, что она просто невозможна для того, чтобы зажила сама. И беше задължително да се зашие тази рана, защото тя се намираше в такова място, където сама не може да зарасне. И когда она моргает, эта рана, она получается, она только увеличивается. То есть она обязательно должна быть закреплена нитками. И когато тя мига, раната започва да се разширява, и затова беше задължително да има шев. После операции прошли мы все, и я уже думала, ну все, все позади, все хорошо, восстанавливается ребенок. И след операцията помислих, че вече всичко наред, детето ми се възстановява. И через 4 дня, я когда капала ей глаз, я увидела, что швы разошлись. И след 4 дни, когато и слагах капки в окото, видях, че шивовете се разкъснаха, се разшиха. Да. И мы обратно вернулись в больницу и подтвердили, да, действительно, швы разошлись. И вернулись в больницу, и там лекарите подтвердиха, че швы наистина се разшиха. И я просто пришла в ужас, потому что думаю, рана сама зажить не может, швы не держатся, и просто я в таком уже немножко в отчаянном состоянии не знала, думаю, что делать, кроме того, что просто бежать к Небесному Отцу и просить Его помощи. И я бях много ужасена, отчаянна, защото нито рана може сама да мине, или и шевовете също не помагат. И виждах само един начин, само да отида при Небесния Отец да ни помогне. И когда очень темно, Бог все равно Он слышит и отвечает на молитвы. Когато темно, Бог все пак чува молитвите и отговаря на тях. И Он услышал нашу молитву. Той чул и нашата молитва също. Да, и на следующий день, это было воскресенье, на следующий день мы пошли в понедельник к нашему врачу, который делал операцию. Голодные и не пили, то есть мы готовились к повторной операции. И миналата седмица неделя пак отидохме при нашия лекар и вече отново се готвихме към операцията. И когда увидел наш лечащий врач, он сказал: «Асим бесен, на кой-то каказах на вас, всичко наред». И когда наш доктор увидел, что посмотрел в глаз, и он разозлился, потому что все было с ним нормально. Да, он говорит, все швы на месте, глаз стянуты, и потом он еще показал 4 врачам на разных аппаратах на каждом этаже и подтвердили, что швы на месте, и глаз полностью стянут. И шевовете бяха наред, всичко беше наред, и той още показа, минаха 4 изследвания да се проверят, и всичко беше наред. Окото беше... Вчера мы ходили в заключительный контрольный прегляд, и врач сказал: «Бомба». Спасибо большое, спасибо.